Ну, коль скоро есть такие возможности, то, конечно, нужно немножко сделать это поярче, в смысле образно и художественно. Сейчас в этом зале встретятся двое. Один – это маститый музыкант, поэт фортепиано, учитель многих и многих, профессор из Москвы Алексей Скавронский. А другой – маленький мальчик. Ему всего 6 лет. Он еще совсем не смышленыш и ничегошеньки ничего не знает о себе и не понимает. Сонату Гайдена? А, ты сказал Польку Рахманинову. Гайдена больше. Ну, пожалуйста, хорошо. Мне все равно. Очень хорошо Дима играет. Вот. И ручки у него достаточно свободные, как-то он не робеет перед клавиатурой, и смело играет и, так сказать, музицирует. Правда, тебе нравится эта музыка, да? Прекрасно. Хочу поздравить педагога с таким талантливым мальчиком. Вот у него, конечно, есть большие перспективы, мне кажется. Исполнительские. И главное, что ему нравится играть, он очень увлечен. Мы с Димой как киноартисты сегодня выступили. Слышу голос и спи, и мой.
На какой это похоже танец или на песню? Вот что можно делать под такой аккомпанемент? Танечка. Раз, два, три. Танцевать. И мягко опирается левой в басы. Окончание. Третий, четвертый, пятый пас. Вот. Звездочка-то в каком у нас пальце? Зажги. Вот. Вниз легче, но не быстрей. А не одним пятым, а всей рукой. Ну, такое тонкое, да, ласковое вот это окончание. Правда ласковое? Омывает, окутывает. Ну-ка, еще раз. Укрывает. И дослушал. Вот, не спеша. Где звездочка, в каком пальце? Ну вот, напомнили, все сделал. И дальше. И развивать, развивать, иди к концу. Два. Вот кляксу посадила. Как думаешь, почему? На какую руку ты в это время смотрел? Оставил правую без поддержки. Прямо окончание. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Конца. Конца идем. Хорошо. Понравилось, как сейчас играл? Или не все? А что конкретно? А как это называется? Нет, а как это у нас называется? Босу и чурбасал было. Не то, что тебе не понравилось. Грубовато иногда было, да? Толстовато, чтобы каждую петельку было без дырочек. Но это ничего, мы, может быть, к нему еще вернемся. Давай сыграем следующий. Он у нас вообще начал разговаривать рано. Где-то в год он уже у нас хорошо говорил, и сказки рассказывал, и стишки читал. Ну, как обычно, Агнебартон в год уже довольно-таки чисто слова все выговаривал. Ну, как это всегда маленькие рассказывают. Мышка бежала, хлёстиком, говорил Махьюна, ичика упала и обилась. И вот это все в образах. Баба плачет и изображает, как баба плачет. Ну, вот сейчас как-то у него в образах не очень получается. Не знаю, с чем это связано. Может быть, серьезный стал. Вот. Может быть, вот кто его знает. Не по годам серьезный вдруг стал. Видно, вот как-то в себя ушел. Даже на уроках вот что-то Ирина Александровна там пытается из него вытянуть слово, так он лучше там три раза покажет, попытается, чем один раз скажет. Поначалу, конечно, Василий Васильевич, вот честно вам скажу, из младшего сына музыканта я делать ни в коем случае не хотела. Потому что, в общем-то, работа вся связана с музыкой, и старшему сыну достаточно много внимания уделяла в этом плане. Я думаю, ну все, с маленьким я уже буду отдыхать, не буду этим делом заниматься, тяжким таким трудом музыкантским. Но вот так как Вадя все время занимался, а мы жили в полуторке, все это комната одна, инструмент, естественно, все в одной комнате, и Димка вот как только научился подползать к инструменту, так он стал подползать. Чем-то вот он его притягивал. Потом, чтобы его как-то вот заняться какими-то своими делами и утихомирить, когда он уже хорошо сидел, устойчиво. У нас стульчик был такой чехословацкий, знаете, раскладной. Вот я его посажу в этот стульчик, он же тут загорожен, придвину к инструменту и все, и спокойно иду свои дела делать. На кухню, там стирать, пеленки, все вот это вот. И все, он занят делом, брякал столько, сколько вот ему надо. То есть он не верещал, к себе внимания не требовал. Вот это вот первый, так сказать, подползание к инструменту. Ну, и к двум годам я так начала дома с ним немножечко заниматься, уговаривать Светлану Вячеславовну, чтобы она его посмотрела. Ну, а сначала категорически, не-не, Ира, не придумывай, зачем это надо все. Я говорю, ну, Светлана Вячеславовна. Ну, в общем, как-то так. Все-таки один раз она услышала, как Димка подбирает гармонии. Вадя играл любые песенки там, а Димка подбирал к любой песне абсолютно по слуху гармонии. Вот. Она услышала и загорелась. Вот с того момента она загорелась. И, в общем-то, мы начали более или менее заниматься. Но тогда мы тоже музицировали. Thank you.
выступает Дима Шишкин. Первый в жизни его концерт. Давайте его поприветствуем. А потом наступила осень. И однажды Дима был дома один, и он ждал, когда придет мама. И придумал такое стихотворение. Какое стихотворение? Расскажи. Дома нету никого. Посмотри-ка я в окно. За окошком дождь идет. Скоро мамочка придет. Вот. И получилась грустная песенка. Дома нету никого. Сейчас он эту песенку сыграет. Да, сыграет. И ой. Димочка, когда ты играл на международном конкурсе в Болгарии летом, помнишь? Что тебе там дали на этом конкурсе? Дубленку, медаль, вон, висит. И диплом. Когда я узнал, что ты получил третье место, я страшно возмутился. Почему третье место, а почему не первое? Не знаю. Как не знаю? Мама, наверное, там плохо играла. Мама подвела, да? А? Может, потому что там был самый маленький, то все это другие. Нет?
Ну, я считаю, что, в общем-то, он выступил достойно, потому что всякое могло быть. Ведь маленький ребенок, практически это полная непредсказуемость. В любом моменте мог быть, ну, и какая-то помарка, и какой-то срыв. А самое важное, что он выступал самый последний, очень поздно. Меня это очень волновало, беспокоилась. А он вышел, знаете, вот как вот собранный, натянутый, как струна, вышел, отыграл все, причем довольно-таки вот в той манере, в которой от него Ирина Александровна требует. То есть иногда его бывало, что заносит, там эмоции, все, он отвлекался на это. Тут он сел очень строго, ну вот по записи можно посмотреть. И так, ну, то есть как он мог, вот так он и сыграл, как он, ну, максимально. Мне так кажется, что он максимально выложился. Единственное, что нам, у нас в концерте там были, темп он взял слишком. То есть по нарастающей у него. Ну, дальше он еще бешеней пошел. Все пьесы и выдержал этот темп. У меня сердце колотилось, я вообще и не знала, доиграет он до конца, не доиграет. У вас глаз музыканта, педагога. Какие надежды вы возлагаете на своего сына? Ой. Как на музыканта? Попробуйте, не без лишних скромностей. Вот, честно говоря, Василий Васильевич, особых надежд не возлагаю. Вот как вот? Ну, я привыкла жить вот сегодняшним днем. Вот на сегодня добиться чего-то хорошо. Вот как в песне, да? То, что сегодня сделаешь, может быть, завтра и будет какой-то результат. Может быть, на завтра у нас будет надежда. Понимаете? Поэтому, ну, пока у него, в общем-то, есть какой-то прогресс, есть какие-то такие хорошие, так сказать, показатели, если можно так сказать, пока. А дальше видно будет. От всего, от его работоспособности, от его способности, от желания. Ну, тут столько компонентов, я даже не знаю. Загадывать вперед, я, честно говоря, боюсь. Для него вот игра на инструменте, на фортепиано, это вообще как игра для ребенка в жизни. Вот что в машинке, в трансформеры, как они называются, то есть он сидит и играет. И может играть это бесконечно, то есть он практически не устает. Потому что, Дима, ты устал, столько-то прошло времени урока. Нет, не устал, хочу еще. Все, что угодно, лишь бы играть. От гам и до джаза, и классика. В прошлом году он очень много плакал. Вот не получается что-то, все заливает клавиатуру слезами, и все это размазывает. В этом году нет. Это пока он не выучит это место, не обращает внимания на меня, на маму, он упрется в одно место, и пока не сделает, он не остановится. Вот появляется мужской характер. Это все очень приятно. А, не знаю, пока ему все легко дается. Вот он этим живет. Это его жизнь. И что мы с тобой свяжем? Сердечко. Сердечко. Какое сердечко? Какое сердечко-то? Ну, какое сердечко-то у нас? Где у нас есть сердечко? Вот. Вот такое, как у тебя, да? Такое большое свяжем. Ну, мы свяжем, знаете, красивое, да? Ну, что теперь, куда будем? Туда.
сюда, вот сюда. А потом туда, в дырку. Вот сюда. Так ты хочешь научиться? Да. Ну и как ты будешь учиться? Как? Как ты будешь? Смотреть и вязать. Смотреть так. И вязать. Ну и как ты будешь вязать? Что? Как будешь вязать? Как будешь вязать ты? Вот так вот этой. Это что? Это крючок. Крючок. Вот видишь, мы так ниточку раз, раз. А потому что вот здесь такая. Вот сюда, куда ее в дырочку, раз. Да. И теперь что сделаем? И захватим. Захватим. Ниточку. И вот сюда петельку. Вот так раз. Вот так раз. И вот так раз. Ну, что-нибудь получается? Сердечко. Кружок. Кружок. Пока сердечко получится, еще надо трудиться, да? Угу. Вот видишь, петелька? Да. Может, ты правда научишься. Тебе интересно, что ли? Хочется вязать. А когда ты будешь музыкой заниматься, если вязанием займешься? Сначала музыка, а потом вязание. Сначала музыка, а потом вязание. Да я. Тебе дать? Да. Сейчас дам. Вот это только я вот этот провяжу. Вот это провяжу. А когда накручивать? Нет. Держи. Нет, когда я накручивать. Тебе накручивать охота? Ну, давай вместе накрутим. Так, крепенько держи. Раз. Считай. Два. Три. Хватит, а то нам тяжело будет. Сюда. Считай. Раз. Один. Два. Значит, пропускаем. Ой, получается. Видишь? Вот ты мне расскажи, как вы вот этот дом строили? Бабуля помогала мне. Вот мы из картона делали. Дим, как ты любишь бабушку? Расскажи-ка. Сильно люблю. Сильно. Всю Россию. Что это значит? Ну, сильно люблю. Люблю. А как бабушка Диму? А как бабушка любит Диму? Ой, вообще обожаю. Помощника, труженика и послушного мальчика. Обожаю его. Ты был в церкви? Да. Мне бабуля даже купила икону. Она у тебя дома стоит? Угу. Ох, страшно спросить, ты даже молишься? Молишься на икону? Да. Покажи, как. Бабуля научила, но... Покажи, как тебе научила. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спаси и сохрани раба Божьего Дмитрия. Аминь. Ты.
сказать, что этот фестиваль «Верить в надежде» – это замечательный фестиваль, один из лучших фестивалей в мире, и похожего на этот фестиваль в мире нет. Фестиваль называется «Берег надежды», и это название имеет большой смысл. То есть юные музыканты как бы опускаются в плавание по прежнему морю музыки. И мы надеемся, что многие из них с годами благополучно приплывут к берегу надежды, к тому берегу, который принесет им настоящий успех. Дим, скажи, знаешь, что такое гений? Кто такой гений? Гений, кто такой? А вундеркинд, знаешь? А? Кто такой вундеркинд? Музыкант.